Отдых закончился трагедией. Сегодня весь город обсуждает несчастный случай, который произошел в бассейне «Альбатрос». Накануне вечером здесь утонул 17-летний юноша. Корреспондент программы «Челны-24» Эльмира Гайнутдинова попыталась разобраться в случившемся и выяснить, что же все-таки произошло. «Альбатрос» юноша посетил впервые накануне. До этого занимался в другом бассейне. Парень увлекался плаваниями и бодибилдингом. Более того, его отец – тренер по плаванию. Необходимая для посещения медсправка у молодого человека имелась. В бассейне он был не один. Помимо 15 посетителей, работали медсестра и инструкторы. Продолжительное время он нырял, находился в бассейне, плавал. И в один момент при прыжке в воду они заметили то, что он нырнул и не всплывает. После чего они незамедлительно его достали со дна, увидели то, что он находится в бессознательном состоянии, и были проведены медицинские мероприятия. Но реанимация не принесла результата. Врачи констатировали смерть. В колледже, в котором юноша учился на втором курсе, не могут поверить в случившееся. Педагоги и студенты отзываются только с положительной стороны. По их словам, он вел активный и здоровый образ жизни. Недавно мы ходили в поход. У нас был самый главный костровой. Замечательно. Ну, ребенок просто замечательный. Мы просто в шоке сегодня все, потому что пришел его друг в учебную часть и сообщил, что вот они вчера вечером были в бассейне, и вот случилась эта неожиданность. Ну, предполагается, что оборвался тромб, в сердце попал сразу, и ребенок скоропостижно скончался. По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело погибшего направлено на экспертизу, по результатам которой и будет принято процессуальное решение. Эльмира Гайнутдинова, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, Челны-24.